Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Олег Алав-Гудвин. И сейчас мы проходим мануальную терапию. Непосредственно изучаем мануальную терапию ног спереди, когда человек лежит на спине. Значит, что мы сначала делаем? Мы растягиваем во всех положениях суставы, мышцы. Соответственно, сначала на растяжение задних мышц. Стопу нагибаем на человека. Стараемся выделить прямой угол. Угол ноги к телу, ну, насколько получается, да, при этом удерживаем колено, чтобы оно не сгибалось, давим на него, на человека, да, расшатывая ему крестцово-подвздошное сочленение, наши мышцы сейчас вот об этой точке, потом сгибаем ногу, расшатываем колено во все стороны, упираемся в тело человека ногой, да, стопу на него загибаем, за пальцы еще больше делаем наклон, а этой рукой упираемся в коленную чашечку и расшатываем коленную чашечку, разминаем ее. Потом разминаем колено вот в эту сторону, на человека. Если человек поднимает ногу противоположную, да, то тогда мы захватываем вот таким образом. Его голень, упираемся над коленной чашечкой выше, да, и с поворотом корпуса на человека растягиваем его, поза полулотоса. Если помните лотос, поза там, когда нога на ногу кладется, да, здесь половинка получается, тянется, да, мышца. И то же самое растягиваем в противоположную сторону, на себя, за счет того, что упираемся в грудную клетку, либо в живот, ногу растягиваем сюда. А здесь вот эту мышцу, которая поднимает ногу, да, возле подвздошной косточки, захватываем и пальцем в противоположную сторону, латерально вытягиваем. Вот сюда. Да, может быть немножко больно, либо даже услышать щелчок вот этих сочленений, ну, мышечных соединений. Щекотно или больно? Щекотно. Так. Дальше мы ногу нагибаем на человека, на противоположную, к противоположным ребрам. Тут у нас растягиваются хорошо грушевидные мышцы и вот эти ягодичные мышцы, которые могут передавливать все дальше нерв. Да? Дополнительно их растираем с этой стороны, простукиваем. Можно локтем это делать. Размяли, растрясли, подготовили. Теперь растягиваем ногу под углом за плечо. По идее, сюда положим, по идее, она должна ложиться вот на стол у здорового человека. Если не хватает силы, да, то тогда упираемся своей грудной клеткой, а этой ногой рукой придерживаем противоположную ногу. Сюда и в противоположную сторону. Колено примерно под 90 градусов, да, кладем ногу на стол. У здорового человека она ложится и туда, и сюда. Растянули, расшатали. Так, подготовили все способы растяжки, да, теперь берем, вставляем мениски. Для этого вот на сочленении между коленями ловим его, да, с этой стороны и с этой. Вот медиальный мениск внутренний, да, расшатали и в человека, ну, от себя получается движение, да, вот туда вставили. Теперь латеральный мениск с этой стороны. Вот нашли его, большим пальцем уперлись, расшатали и на себя вставили. Стопу вот опять подбили ножку, да, плоскостью, только не так, иначе будет болевой захват, будет болезненно. Да? Вот плоскость ладони уперлись, а здесь схватили за экватор стопы и вытягиваем от тела человека, от головы, вернее, к стопам, но вдоль тела всего. Теперь расшатываем крестцово-подвздошное сочленение. Для этого мы свои пальчики подкладываем под, вот, собственно говоря,
Это сочленение, сейчас я покажу, на скелете. То есть вот оно вот здесь идет. Вот сюда подкладываем свои пальчики. Крестцово-подвздошное сочленение. Или вот оно идет. Вот сюда, вот под эти вот связки. Таким образом. Расслабь ногу. Видно, не будет на камере. Может, покажи с этой стороны снизу. Вот сочленение нащупали, да? Не крестец, а вот сочленение. Угу. Положили. Не попал. Вот положили. И раскачивая ногу, давя вниз. Не сопротивляйся, расслабься. Больно? Вот, расшатали, растянули. А теперь мы можем вправлять бедро, бедренно-подвздошное сочленение, да, таким образом. Если оно вышло вперед, вывих передний, да, то нам надо, соответственно, развернуть ногу вот так и с той стороны давить вот сюда, по диагонали на себя. Если мы крестцово-подвздошное сочленение, то тогда ногу разворачиваем, чуть другой угол делаем повыше. И наше внимание идет в ту точку. Вот так вот даем. Если пояснично-подвздошное сочленение, тогда еще выше и даем вот так. Вот тут почувствовала, да? В этом месте? Нет, вот в этом. А, вот в этом. А, эта мышца потянулась. Вот, сейчас я вам покажу на скелете, где это мы давили. То есть первый раз мы ногу держали вот так вот и давили практически перпендикулярно относительно корпуса, да, давили вот сюда. Потом мы поменяли угол, надавили внутрь, давили вот сюда, получается. Потом еще увеличили угол вверх и давили вот на это сочленение. То есть мы проработали три. Раз, два, три сочленения. Ну, по поводу вот по поводу постановки бедра, да, на самом деле, конечно, с этой стороны давить неудобно, поэтому мы обходим человека, я не буду показывать, да, вот отсюда, вот под углом, примерно 40 градусов, давим вот туда. Это мышцы все тянутся, да, опять здесь. Теперь ставим бедро на место. Для этого поворачиваем ногу человека в сторону. Если ложится, то это хорошо. Если человек достаточно гнется хорошо, можно положить даже вот так. Уперли здесь в гребень подвздошной кости. Вот косточка идет, да? Мягко уперлись, не жестко. Все плоскости ладони, чтобы не передавить. Нога, если падает, пусть лежит. А это рукой в колено. И вот как бы делаем такое движение лодочка. Расшатали потом одновременно, вот почувствовали, где идет последняя точка преднапряжения, да, и после этого мы произвели траст, мобилизацию. Теперь растягиваем вот эти мышцы, боковые и задние. Примерно делаем угол 120 градусов, да, не 90, а побольше угол. Давим в берцовую кость. Ну, тут малая берцовая получается, да, вот в нее своей косточкой большого пальца. Здесь давим в не в бедро, а в гребень подвздошной кости. И получается, растягиваем вот так вот по диагонали, чуть-чуть наклонив бедро в противоположную сторону медиально, да, мы растягиваем. Движение такое почти незаметное, микроскопическое. Тянутся там мышцы. То есть здесь нам надо упереться вот прямо вот туда. Растянули задние мышцы ноги таким образом. Захватили пятку, да, стопой уперлись себе в предплечье. А тут уперлись в колено. И всем корпусом
натянули на себя. Расслабься, расслабься. Далее мы правим пятку. Для этого захватили ногу как можно плотнее за голень, да? Видите, пятка отдельно. Предплечьем держим с обратной стороны колена, не в колено упираемся, а по диагонали, как бы вот в колено, да? И раскручиваем пяточку и мобилизируем ее. Потом пятку отдельно от стопы. И теперь всю стопу. Оставляем прямой угол. Латерально и медиально развернули. Ну, с пальцами, в принципе, мы работаем то же самое, что делали, когда человек лежал к нам спиной, лицом вниз, да? В принципе, то же самое здесь делаем. Если у человека вывихнуто колено, да, можно его положить вот так на стол. Дать расслабиться. И за голень, держимся за голень, да? И сдернуть вниз. Чтобы поставить бедро в обратную сторону, вверх, да? То есть мы до этого делали вниз, вот так вот, а вверх поставить. Для этого мы можем раскачать ногу вот так вот, первый способ, первый прием. За счет своего предплечья, да, берем на бицепс. Раскачали, раскачали и на себя резко дергаем. У кого так не получается, можно опять свесить ногу, зажать между своими бедрами. И тут уже заберемся за голень, за берцовые кости, да, раскачали, раскачали на себя и выдернули. Теперь, давай поровнее держим. Теперь, ну вот особенно для, хорошо для того, чтобы выровнять ноги равные по длине, да, та нога, которая короче, да, мы ее выдергиваем из бедренного сустава. Таким образом. Взяли легонечко, да? В основном наша хватка идет за голень. Раскрутили на себя и резко выдернули вдоль всего тела. Выдернулось, ничего страшного. Для выравнивания опять смотрим, ну, выравнивание ног, да, опять смотрим, что эта нога у нас короче, это длиннее, да, тогда эту ногу мы будем вытягивать за бедро вдоль тела человека от крестца вниз, а здесь эту ногу в косточку воздушную вверх. Просто тянем, тянем медленно, с напряжением. Дыши, дыши. Если больно, больно? Нет. Не напрягайся. Щекотно, что ли? Нет. Не напрягайся. Просто растягиваем. Так, и далее по поводу длины ног. Мы вытягиваем человека сюда. Ну да, это вот можно растянуться. Спину не держи, держи только руки. Спину расслабь, ноги расслабь. Просто растягиваем, покачиваем. Все, а теперь отпускай. Отпускай руки, отпускай. Подтягиваемся сюда, чтобы ноги чуть-чуть свисали со стола. Эту ногу. Ну, допустим, эта нога длинная, да? Эта нога короткая, нам это надо удлинить, вытянуть, да? Эту ногу под таким вот углом небольшим упираемся к себе в, не в живот, в мягкие места, а в пах, в подвздошную кость свою, да? А эту ногу берем за стопу, не за щиколотку, а за стопу, и вытягиваем за счет поворота корпуса на себя. Эта нога должна оставаться прямой, предупреждайте человека, прямой держи, да? А это вот на себя, не сопротивляйся. Просто расслабленно. Чувствуется, как она тянется уже. Здесь тянется, здесь и здесь, да? Вот там больше.
Вот тут больше, да, тут прям хрустит. Вот, если наше внимание должно быть больше здесь, тогда все-таки за голень перехватываем и оттягиваем именно бедро. Ну, соответственно, для человека, у которого все симметрично и равномерно, можно, ну, прям выдержи, можно повторить с другой стороны. Так, с тазом проработали, с ногами тоже. Ну, с руками. С руками? Нет, с руками это отдельное видео запишем. Об этом мы расскажем в следующий раз. А сейчас мы идем с нашими учениками отрабатывать все приемы мануальной терапии с ногами спереди, когда человек лежит с животом вверх. До новых встреч, дорогие друзья. Не забывайте поставить лайки, подписаться на наш канал и поставить значок колокольчика, чтобы получать новые уведомления о новых полезных роликах для вас, для вашей пользы. Вам готовит Олег Алов-Гудвин и наша команда Академии телесно-ориентированных практик. До новых встреч, дорогие друзья.